Плановая учебная тренировка по практическому применению сил и средств, привлекаемых в случае установления высокого желтого уровня террористической опасности, состоялась на базе городского лицея номер 13 имени Расула Гамзатова. Прошла она в соответствии с указом президента страны под номером 851 от 14 июня 2012 года. В состав комиссии вошли председатель ВРИУ главы муниципалитета Арсен Шерифов, а также директор образовательного учреждения Алина Ханамирова, руководитель аппарата АТК Муртазали Муртазалиев и другие квалифицированные специалисты. В результате учебной тренировки была осуществлена проверка системы оповещения и управления эвакуацией при получении подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта, взаимодействия с территориальными органами ОМВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС, ГУ и ЧС, с привлечением сотрудников больницы, знаний и умений детей, преподавательского и педагогического составов, действовать в экстремальных условиях, а также практические навыки участников и действия при получении подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта. Как отмечают члены комиссии, в ходе тренировки были достигнуты положительные результаты. Система оповещения и управления эвакуацией функционирует в обычном режиме. Участники обладают знаниями и навыками действия в условиях чрезвычайной ситуации и угрозы теракта. Помимо этого, производилось совершенствование практических навыков по действию в возникновении чрезвычайной ситуации и угрозы теракта.